ты можешь вообще, пожалуйста, посмотреть мою программу, в которой ты сегодня... Да, я могу, Паш, я, конечно, посмотрюсь, обязательно. А что жарим, ребят? Вот это ресторан. Вот это, я понимаю. Здесь фриков нет. Ну, есть. А я сейчас с тобой выпью саке. Давай, бухнем. Света вокруг света, давай. Света вокруг сакета. У кого нет шапочки, те боссы. А у кого шапочки есть, те уже, знаете, другого уровня, да. Мне вкусно. Дорого, но вкусно. Из обычной вещи, которую можно было сделать ровно за 2 секунды. А здесь мы делаем ресторан, который мы говорили, что пока вот сейчас название пока придумали. О, доктор Живаго, Белуга, прекрасный ресторан. Не мой жалко. Я хочу печенку. Это не печенка. А яйца, сердце, мозги, что еще бывает? Печень. Так, еще что? Подайте менеджера, пожалуйста. А можно? Менеджера подайте, пожалуйста. Блин, ну сейчас его зарежут, не приглашайте его. Сегодняшний мой герой – это мой друг, человек, который накормил не только всю Москву, но, мне кажется, полстраны. Каждый гость, который приезжает в Москву, должен обязательно зайти в его ресторан. Это Аркадий Новиков. Ну, кто его не знает, тому не повезло, а кто его знает, сейчас сглотнули и представили, как вкусно у Аркаши. А мы сегодня это проверим. Не буду долго говорить, потому что болтать мы будем долго. А пойдем к нему. Привет. Это Пеппи. Такая дурында, она щенок еще. И немножко не в себе. А деньги приносят? Знаешь, пока нет, но мы хотим наш кошелек, знаешь, выхватывать. Привет. Да, это Сергей, да, Александр, а это мой ассистент, да. Кристина, да. Которая с Аркадием своим ассистентом. Какая модная у вас камера, а? Да, очень необычная, редкая. Ты можешь вообще, пожалуйста, посмотреть мою программу, в которой ты сегодня... Да, я могу, Паш, ты сегодня, конечно, мне снимаешься. Обязательно посмотрю. Послушайте, это гениально. Я сейчас вот... у нас с Аркадием есть одна фишка. Я-то, кстати, уже из-за Аркаши перестала делать. Как я делаю губы? По одной? Пожалуйста, подожди. Он всю жизнь надо мной измывается. Он говорит... Он как видит меня делать так? Я вообще теперь думаю об этом и перестала делать. Сереж, я так делаю? Ты сейчас не делаешь. Я не делаю. Перестала делать. Да потому что ты меня так застращал. Я больше не буду, да. Хочешь, я еще чем-нибудь найду? Нет, не хочу. Какой у нас вот товарищ сидит? Да. Мой послушный, смирный. Это дочка Фани. Молодец. Очень умная девочка. Умная девочка. Твой инстаграм зажил новой жизнью. Появление Нади. Знаешь, когда она в нижнем белье танцевала у тебя, прости, я поняла, что она расслаблена абсолютно. Втихаря, но это не было совсем нижнее белье, такой спортивный костюмчик. Это был купальник, давай так, ближе к купальнику. А, это купальник был, да. Она мне оторвала бы яйца. А слушай, а ты, она вообще знаешь, что ты выкладывала? Если бы она себе выставила бы в белье, нет. Это был приличный, хороший купальник. Я тебе обещала, что я буду целый день везде у тебя есть. Это мой завтрак. А я буду на тебя смотреть, да? Да, пожалуйста. Нет, спасибо. Я тебя взяла тоже. А мне вот, если я буду съем это все, мне потом... Не, я ем все подряд. Да. Я так хочу, причем это все. Я буду терпеть. Mm-hmm. Если с утра отварили кукурузу, я съел вареное яйцо уже одно, выпил кофе, все. Да. Мне кажется, этого достаточно. Достаточно. Ну, да. Слушай, у меня не каждый день встреча с Аркадием Новиковым. Я очень люблю дома завтракать, но иногда люблю выходить. Mm-hmm. Через день. Мы, кстати, никогда сюда, Сереж, не приходили завтракать. Бомбические круассаны. Потому что обычно мы завтракаем в Маргарите. Ты завтракал в Маргарите? Я не завтракал, но мне очень нравится Маргарита. Слушай, вот я тебе рекомендую. Аркаш, вот приди. Саша меня любит очень. Это просто вот для завтраков, вот именно формат завтрака. Ну, светлый еще, хороший. Он светлый. Светлый и как-то там вот по-другому немножко. То есть вот именно завтраки. Теперь, к сожалению, я знаю, что здесь Сережа... Еще одно место, где булочки меня будут ждать. Это очень вкусно. Но я вспомнила, когда много лет назад я была на Кома,
И там вот этот обзорный полет на самолетике, угу. Пилот самолета рассказывал, ну как он рассказывал, он там говорит, а вот там это, а это. И вдруг, сказав на твой прекрасный этот дом, он сказал, а это дом одного русского олигарха. Я сказала, да нет, это дом моего друга, он, конечно, да. Человек обеспеченный, да. Богатый, да. Но не олигарх, а просто не олигарх, да. К счастью. К сожалению. К счастью. Нет, к сожалению. А ты хочешь быть олигарх? Конечно. Значит, будешь. Да. Только ты занимаешься не тем, мне кажется. Надо, что, нефтянка надо, чем надо заниматься? Да. Вот мне интересно, Аркаш, ты помнишь, как мы с тобой познакомились? У меня, в общем, голова маленькая, заметила. Соответственно, мозги маленькие внутри. И если что-то запоминаю, у меня же не хватает места. Оно на что-то новое залетает, а старое... Первый, Аркадий, ресторан «Сирена». Когда я... В юности несколько раз мне повезло, и я пришла в ресторан «Сирена», это как бы такое было событие. Гонят. Да не вот, гоню, вот я гонят, вообще редко гоню. Вот гонят, события для тебя. Да ты была вообще звездой. Звездой и сейчас была... звезда, и тогда да. Была звездой, все события. Да ты ходила просто так по любым ресторанам, события для тебя. Честно говоря. Вот говорит, да, вот сейчас заливает, а? У нас просто разный взгляд на жизнь. Для меня это правда было событие, потому что у Аркадия всегда были очень хорошие, дорогие рестораны. Это правда. А сейчас плохие и дешевые, да? Нормально, да. Ой, я не могу сказать, всегда так было. Хорошее интервью, да. Это только начало. Я, значит, помню, ходила, знаю, что есть Аркадий. Вот все говорили, Аркадий, потому что а тогда был, не было. А я был 1.90 тогда, да? Длинные кучерявый, волосы, да. Кстати, накачанный блондин, слушайте, а вы знаете, что блондин, Аркадий, да? Густая шевелюра. Сережа, вот примерно как у тебя. Была. Только... Была. Ну, не, ну все не была. Так плохо. Я стригусь, не так, все, видишь, все. Это молодец, все не так плохо, да. Нет, не так сказать, все хорошо, нет, все не так плохо, да. Да. Боже мой. Знаешь, мужчины, которые хотят скрыть лысинку... Заем называется у них какой-то, вот они заем, делают гнездо. Нет, скрыть лысинку, они стригутся покороче, тогда... Но это у кого такие идеальные черепа, как у тебя, у Фигура Сергеевича? У меня не был идеальный череп, а потом с возрастом жирок нарастает на черепе. Да? Да, и он выравнивается, на самом деле. Серьезно, да. Потому что изначально, когда я был... Не, не шучу. Когда я был молоденький, да, я думал, что у меня кривоватая там головка, да, черепушка, да. Но потом оно, я говорю, с возрастом оно как-то там приобретает форму. Потом ты на подушечке, когда лежишь, ты переворачиваешься все время, да. Или нет? Вот ну так, правильно, да. Но ты переворачиваешься хорошо, поэтому у тебя черепушка будет выравниваться, знаешь как? Ты когда лепишь, жизни, думаю, да, горшочек, когда лепишь, ты его со всех сторон крутишь, да. Так и тут, когда мягенький крутишь, лежишь со всех сторон, переворачивайся, оно будет выравниваться. Она думает, вот я думаю, а за чистый монет, чего он гонит? Вообще, я смотрю в глаза, ну, дурак, наверное, верить, не верить, чего такое? А я Аркадию верю. Знаешь, человек, который так вкусно готовит. Ну, познакомились мы с тобой, когда ты открыл «Царскую охоту», и мы сидели, ну, обедали. Это был какой-то день, и ты подсел. Вряд ли я подсел. Ну, не подсел, может, подошел. Подошел, потому что да. Я никогда... Может быть, кто-то у нас за столом был. Я очень... Не, я всегда редко сажусь, когда к гостям, потому что я считаю, что это не совсем правильный тон. Если они прям настаивают, иногда я могу присесть на несколько минут. Я очень так к этому очень, так всегда отношусь деликатно. Это неправильно. Ну, то есть мы познакомились тогда. Да, ну мне видишь, как... Я просто шел, вижу, красивая девушка сидит. Ну я подумала, знаешь, что меня удивило? Ты всегда был очень худенький. То есть ты для человека, который... Был. Света, когда сказала, что мы с тобой будем разговаривать не час, не два, а четыре, я теперь понимаю, любая история, которая, да, которую можно рассказать за одну секунду, а понятно, у нее длится, не знаю, час, да. Блин, сейчас да мы час, вообще... сейчас это... мы рассказываем, сейчас она час рассказывает про то, как, значит, не делай, ведь, как, мы, как мы познакомились в Сирене. И скажи спасибо, что Нади нет в Москве, а то мы здесь с тобой не сидели, а то у нас закончился интервью через 15 минут. Потому что она суббота-воскресенье, семейный день. Сейчас вспомнила, как раз Наденька очень строго с тобой всегда общалась, а ты всегда говорила, Наденька, со мной Наденька, она меня держит на коротком поводке, это... я сейчас снял пока, знаешь, такое. И я смотрела и думала, боже мой. Вот здесь. Вот это Наденька? Да, это Наденька. А это кто? Это я как раз, да, вот это Наденька. Ну ты... Наденька, видишь, в красном. А это? Это, не это знаю, Сашенька. Это Сашенька, наверное. Кстати, у тебя такая дочка, да, великолепная. Как ты познакомился с Надей? Мы учились в Институте народного хозяйства вместе. Она на дневном, я на вечернем. У нас были общие друзья. А у Нади должен был быть день рождения. Она... тогда дефицит был, Советский Союз еще был.
Ей нужно было мясо, позвонить, ей неудобно было спросить мне, там, может ли мне помочь мясо. Она позвонила мне, спросила, как дела. Я дурачок, подумал, что ей нужно было, захотел со мной увидеться. Я пригласил в ресторан «Макдональдс». 2 часа мы простояли, я понял, что это... Твоя судьба. Да, то, что мне надо. А ты влюбился? Ну, слушай, а как в нее можно не влюбиться? Невозможно. Она идеальный, хороший такой... Божий человек, да. Ну и все. И потом буквально мы там через какое-то время... А вы быстро поженились достаточно? Ну, совсем недолго мы с ним встречались. А мне кажется, что своего человека можно очень быстро вычислить. Для этого не нужны десятилетия. Чем я удивляюсь вообще, я сейчас знаю Надю, я вообще не понимаю, как это все могло произойти. Человек, она не может решиться купить, я не знаю, себе там ботинки, я не знаю, она может думать про них, там, покупать или не покупать 2 недели. А как она вот согласилась выйти за меня замуж через там, я не знаю, там... 2 недели после нашего знакомства. Она влюбилась, наверное. Да нет, мне кажется, она просчитала все. Одно, второе, третье, дом там, вся машина, конечно. Машина. Да, она сразу все фу, бах. Сложила и поняла быстро. Не дура оказалась. Надежда. Наденька-то наша, а? Не, на самом деле мы жили бедно тогда очень. Денег у нас не было. Она из небогатой семьи, я из небогатой семьи. Перебивались, в общем-то, она почти не работала, а я там то, чего то зарабатывал, и так было совсем непросто. И, ну, слушай, это тем интересней вот эта разница между тем, что было, и то, что сейчас есть. В этом есть как раз в этом контрасте понимание, что такое голод и что такое достаток. Уже дети наши это не смогут понять. У вас хорошие дети, знаешь. Ну, вот хорошие. Нет, ну, потому нет, что... Нет, однозначно хорошие, я даже не буду спорить, хорошие. Очень хорошие, но тем не менее... Ну, вот это они поймут. Да, никогда не понятен. В рестораны в юности практически не ходил, у меня денег не было. Да, я не платила никогда. Деньги? Зачем мне было в юности, я не ходил. Ты всегда была красавица-модель, куда тебя все время приглашали? Это правда. Куда тебе платить-то, что было? Вот опять гонят, а? Вот нормально. Не пила, а что мне пригласить? Не пила, не ела ничего. Да и сейчас не пьешь и не ешь. Нет, сейчас люблю выпить. Вкусное шампанское, рюна. Ну, это немножко. Ну, я чуть-чуть. Тебя никогда не видел нетрезвый, Свет. Это правда. Я тебя никогда не видел нетрезвый. Я тебя видел веселым. Мне кажется, тебе даже для того, чтобы быть веселым, не надо пить. Нет, чаще всего даже и не надо. Да, такая есть люди, которым, история. Я, например, если выпиваю, то мне, наоборот, сон тянет. Мне веселье там спадает. В каких странах у тебя сегодня рестораны? Я знаю, в Лондоне, в Дубае, Москва, понятно. Катар. Азербайджан. Летом Сардиния. Может быть, Саудовская Аравия. В Америке Майами. Сейчас собираемся в Лос-Анджелесе. А как ты все это контролируешь? Плохо. Сложно? Нет, как контролируешь? Плохо. Партнера. Да нет, ну все более-менее, но бизнес очень сложный и непросто. Сколько у тебя ресторанов? Я не знаю. Много. 70. Ну, может быть, 70. Может, ну, больше. Примерно. Может, еще количество какое-то у нас сетевых еще, там, штук 120. А сетевые это какие твои? У нас есть Prime, у нас есть фарши, у нас есть Krispy Kreme. Что-то еще есть. Уже сыроварен, уже 10 проектов, представляешь? Да. Уже сеть, еще 3 строятся, ближайшие вот какое-то время откроются, и 4 на подписание новых. Это по разным городам, Москве там, да, популярная история. А у тебя сирена осталась? Еще работает. Еще работает. Но ну, это такое, первый, да. Аркадий ресторан «Сирена». Да. На самом деле, благодаря Стасу Номину я вообще, может быть, как-то там задержался в ресторанном деле. Часто, что от каких-то событий зависит там будущее человека. Безусловно. Ну, во-первых, там я пошел, там событий-то много было, но просто я работал когда в парке Горького, я в это время уволился из этого ресторана и шел из Зеленого театра наверх туда, на Ленинский проспект. И ехал Стас Номин на своем красивом «Мерседесе» зеленого цвета, остановился, и я шел как раз наверх. Я просто помню даже, как это было. И он остановился и говорит: «Аркадий, да, а ты куда идешь?» Я говорю: «А я все, уже уволился». А ты повар там? А я был поваром, да. А я уволился. Он говорит: «Как уволился?» Я говорю: «Так и так». Он говорит: «Ну, давай так, возвращайся, там как-то я буду там управляющим этим или там владеть этим рестораном», что-то он говорил, да. Ну, я и после этого вернулся. А если бы я вот его тогда не встретил, и непонятно, непонятно вообще, что, как моя судьба сложилась. Но это было тусовое место, тусовое, конечно. Тусовое, туда. Слушай, там и Ричард Гир был, там столько было, там все было звезд, были. Такое количество все звезды было. Были там, да. Очень интересное время. Великолепно. Я, в принципе, со многими там, друзьями, там,
хорошими близкими людьми познакомился там. И до сих пор с кем-то общаюсь. Там была звукозаписывающая студия, куда приходили в то время Пресняков, Иванов, Мазаев. Всех были там. Малинин. Малинин. Ну, такие звезды страны в буквальном смысле. Не было интернета, не было... Было телевидение, были тогда, наверное, какие-то кассеты. Это были звезды величины. Там Пресняков в этот момент собирал олимпийские. Бон Джови? Были тогда. Бон Джови, я говорю, лично там, другие, там было столько, там было... И просто это была часть этого нашей жизни, Ветлицкая, господи. Ветлицкая, конечно. Ну, там все вообще. Но это было, на самом деле, это было как дома. Я тогда, это все да. были, причем это было такое, знаешь, как это даже не был ресторан, просто да. такое место, клуб, где просто все собирались, да, и все как-то общались, дружили там, привет-привет, тогда как такое было, вот прям вот такое вот такое... А время другое было. Да. Знаете, еще тогда, к счастью, не было наркотиков, да. вот такое время, потом позже, ну, как бы действительно Москву захлестнула другая волна, в тот момент, о котором мы говорим, это была такая вот, ну, в хорошем смысле, такая, ну, там, чистая история, то есть звезды, ну, там, может, кто-то курил, я не знаю, но в целом была атмосфера очень здоровая. У нас смешная история была, я тут недавно вспоминал. Значит, народу очень было много в Зеленом театре, в ресторане. И официантов было не так много, они не всегда успевали. И одного из официантов звали Стас. И когда, значит, был полный ресторан, а у Стаса Намина был стол свой, отдельный. И как, а ресторанчик, помнишь, был, он совсем маленький, крохотулечный, ну, почти как вот этот, Живопырка. Да. Да. И, значит, когда было очень много народу, все кричали все время, звали этого официанта, Стас, Стас. И в итоге этого официанта уволили, потому что... А Стас Намин все время отвлекался, он поворачивался, думал, что это его зовут, да. Его в итоге уволили. Для меня самое счастливое время. Я так вспоминал и так анализировал для себя. Это был как раз 90-й год. Продуктов не было, ничего не было. Я вспоминаю, когда я открыл ресторан, я сам ездил за продуктами. Я помню, покупал много продуктов сам. И в этих пакетах, в целлофанах, они мне прям врезались в руки. Я до сих пор помню, насколько это было. Вот я тащил с рынка до машины. Прям, причем много. Я помню, как очереди стояли за детским питанием, за продуктами. Я тоже все это помню. За килограммом бананов. Угу. По несколько часов стояли в очереди. Сейчас это Москва. Сейчас это Москва. Вообще это не понять. Да. Я когда был, работал поваренком, у меня даже не было мысли о том, что я смогу там купить там, какую-то кооперативную квартиру там, на деньги, которые я зарабатывал как повар. А какие первые деньги большие ты заработал? Прям первые, чтобы... Первые деньги большие, когда я открыл ресторан, первые. После этого. И то это через 2 года началось, после открытия ресторана. И сначала он работал, он был нормально, успешно, но я не зарабатывал деньги. Ну, как бы деньги по-настоящему. А вложили мы вообще порядка 60 тысяч долларов по тем временам. Это как, чтобы, как, вот, как сегодня? Сколько? Сегодня это как... 2 миллиона. Как, ну да, 1,2 миллиона. 2 миллиона. Да. Тогда правильно продуманная была концепция, и более-менее по тем временам это было неплохое место, потому что это было напротив гостиницы «Волга». Там очень много было апартаментов, где жили и иностранцы. Да, точно. И вообще райончик тут тоже жилой, там он тоже был. Это недалеко от проспекта Мира, проверил. Он недалеко, да. Да, недалеко. Я прошу, походите по кухне. А Серега довольный, смотри, как. Ему нравится. Ему нравится, да. Все. Так, может, не надо уже в японский идти? Нет, может, вы домой? Может, вы домой сразу? Привет. Нет, мы работаем. Может, вы сразу домой? А что жарим, ребят? Вешенки. Это с чем сэндвич? Это с индейкой и с сыром чеддер. Будет разогреваться или нет? Да, конечно. Хорошо, ладно. Кайфово. Что, пошли туда посмотрим? Туда далеко не пойдем, да? Вот это, я понимаю. Вот это, вот это. Вот это ресторан. Здрасте. Вкусно? Да. Да? Отлично. Здрасте. Я, смотрите, сейчас там смотрел, пиццу подавали. Больше колер делаете, ладно, чтобы потемнее она была. Потому что там ели пиццу, она была светлые края. Пожалуйста, ладно? А мы, смотри, как вообще, какой у нас план? Мы идем в японский. В японский как идти? Туда, так? Туда, или так? Туда, да. Туда. Пеппи, рядом иди, рядом иди. Ты же хорошая девочка. Вообще удивительно, собаки такие умные, эти дудели.
собачки прекрасные. Что, собачки умные? Ну, разные. Ну, в любом случае, я их очень люблю. Здесь разные. Хорошая получилась улочка, да? Она какая-то, знаешь... Публика здесь такая правильная. Правильная, да. Знаешь, спокойно, каждой твари по паре, есть разные люди. Ну, да? Так и есть жизнь. Понимаешь, когда ты идешь по Сохо или где-то там, я не знаю, Море, там не только все фрики, или не только все, все разные люди. Вот она очень... Но здесь фриков нет. Ну, есть. Есть, знаешь, да? Есть. Но это и хорошо. Такие фрики не дурацкие, да. А такая, которая вот... мы с тобой врезаемся. Мне все. Вот Гран-Крю тоже я люблю. Гран-Крю. А, вот это кто? Гран-Крю. Это вот самое Simple. Да, мне очень хорошее, нравится. Я люблю есть, туда хорошие вина. Да, а да. Вот скажи, вот это что будет сейчас? Видишь, я кто-то не знаю, забрал. Кто-то забрал. Офигенное место. Место вообще сумасшедшее. Топовое. Интересно, да? Топовое место, да. Вот кто-то все, я все смотрела, это да. Самое было убитое. Это Дона Клара была. Да. Тысячу лет. Это вообще, Аркаш, это было первое место да, на первое, Патриарше. Да. Вообще номер ничего один, не было. Номер один. С этого все, кстати, началось. Да. Конечно, есть волшебники пиявки. Здесь. Пиявки не нужны. Ну, кстати, пиявки – крутая вещь. Да. Я сейчас с тобой выпью саке. Давай, да. Бухнем. Давай, бухнем, а то как-то уже завтрак. Здесь не было ни разу, что это такое новое вот такое. Это? Давай зайдем. Ну, посмотрим хотя бы. Хорошее название, Карна. Здравствуйте. Здрасте. Можно посмотреть, что у вас? Да, конечно. Да, мы просто... Вы новые, о, как да? Красиво. Здравствуйте. Про мясо, да? Да, у нас мясной ресторан. Здрасте. Да, здравствуйте. Смешной а или мясной? А? Смешной или мясной? Смешной. Да. Мясной. Мясной, да. Вы новый совсем, да? Да, мы год всего. А, вот. Конечно, вот новый. Вот это да. Не новый. Да. Раньше Мишлен было здесь. Мишелька. Точно, точно, Мишелька, я вспомнила, что тут было, Мишелька. Очень симпатично сделано. Да. Да. Ну, мы зайдем как-нибудь, спасибо, до свидания. Вкусно? Вкусно? Самый большой да. Гриль на Патриарше. Самый большой что? Гриль на Патриарше. Ну ладно, скажите, где он? Пойдемте. Ну, пошли. Здрасте всем. Здрасте. Здрасте. Самый большой гриль, ну действительно большой. И хороший гриль-то так, такой, профессиональный. Импортный или советский? Нет, советский. А? Советский. Наши делали, да? Да, у нас собирали. Ну, неплохой, да. А вы это используете вручную, вот этот механизм? Она поднимается, получается. Для того, чтобы отдыхало мясо, да, или там да. Что там? А, это высота, да, там гриль? Если сильный жар, чтобы не сильно ага. Горел. Ну, неплохо. Неплохо сделано. Хорошо сделано. А мясо какое? Пробей. Пробей, да? С пироторгом тоже работает. Да? Круто. Ладно, молодцы, спасибо большое. Все добро. Ждем как-нибудь. Да. Спасибо большое. Аркаш, а ты представляешь, я же не ела 15 лет мяса. И как? И стала есть. И как тебя? Отлично. Да. Это так круто, сейчас есть мясо. Ты стала есть мясо, как раз когда появилось мясо хорошее. Да, я вот... Вот смотри, чем, Сереж, чем хорош маленький рост? Я боюсь этого места всегда. И чем, вот смотрите... Человек практически не сможет пройти. И как хорошо я могу пройти в любом месте. Ну, просто я перестала есть мясо. Да. Кстати, за колбасы. То есть, когда есть колбаса в доме, я думаю о ней даже ночью. Ночью надо думать о другом сейчас. Ну, я понимаю. А ты ешь о колбасах? Бедная девочка, жалко. Когда. Все, ну, носим ладно. На руках. Надо аккуратно, тоже. Да, давай. Ну, потому что мы еще да. Не очень хорошо ходим. А сюда заходишь? Редко, в сторону. Спасибо. А мы очень любим твой японский. Мы Свет, часто... я настолько редко куда-то захожу, потому что я не успеваю к себе по своим ресторанам ходить. Проходи. Здравствуйте. Здрасте. Куда здрасте. Вы? Здрасте. Попоете нас? Можно нам саке холодное и пару суши с лососем? Так вы хотели, чтобы я сказала? Еще раз? Любой каприз, Сергей. Три раза саке и... И все. Суши с лососем. И суши с лососем. Из директорского холодильника рыбу. Ладно, пусть достанут. Хорошо, ладно. Первая свежесть. Мне очень радостно, что ты сейчас больше стал в Москве проводить. Я понимаю, что когда много проектов по миру, то ты не можешь быть часто в Москве. В какой-то момент... Так интересно так. Хава, нагива, хава. А у тебя есть еврейский ресторан? Вот, мне кажется, «Сирена» там очень много таких было. Нет? «Сирена» — рыбный ресторан. А нет еврейского? Это, а русский? Это утопия, вот делать, это утопия делать еврейский ресторан, потому что у каждого Абрама свое представление о фаршированной рыбе. Послушай. Да.
ты не, может был, быть, много ты хорошего. Был, вот, я сейчас расскажу Аркадию. Ты был у Дымова в Суздале в ресторане? Еще не был. Хороший. Аркадий, я тебя прошу. С ночевкой, вот поезжай утром, даже в принципе можешь туда и обратно. Это бомба. Вот телячьи щечки, ну это оргазм какой-то, по-моему. Я не могу только тебя хвалить, прости. Испортила ты мне интервью сейчас, да. Я ждала, да. Когда ты что-то скажешь. Насыпала соль на рану. Я шучу. Да не, на самом деле в Москве очень много. В Москве и не только в Москве, в Питере и в других городах. Екатеринбург, Новосибирск, и еще очень много. Ты говоришь про ресторан. Хороших рестораторов, хороших ресторанов. Я думаю, что через 3 года, 5, в России вообще будет бум хороших ресторанов, хорошего класса ресторанов, хорошей кухни, с хорошим дизайном, вкусные, умные, с нормальными ценами. Я считаю, что прямо реально 3-5 лет, вот посмотришь. Угу. Сейчас уже много. Сейчас уже Москва. Я давай про Питер все-таки не буду говорить, я его не очень хорошо знаю, только так понаслышке все-таки. Но в Москве очень много талантливых и рестораторов, и поваров. Новое поколение, зарьку в горе. Новое, да. И тем самым, да, конечно, я понимаю, что, в принципе, нам, старожилам, сейчас нельзя расслабиться. Не просто, а уже не то, что расслабиться нельзя, уже пора на пенсию уходить. Не, ну зачем? Да, Светлана, серьезно, да. Я думаю, что пора. А у вас есть вовремя, сборе? Вовремя надо останавливаться. В сборе есть общий проект «Зарьком»? «Зарьком» есть. А как он? Вокруг света. Вокруг света. Да. Интересное. Вокруг света. Боря талантливый, Попор талантливый, Березуцкий талантливый, и очень много вообще, много людей, кто делает хорошие проекты. Да. И с точки зрения экономики хорошие, с точки зрения вкуса, подачи и всего там. Надо отметить, там, если мы там серьезно говорим, там, Володя Мухин, да, Толя Казаков, опять же, эти березуцкие. У меня тоже есть план. Я вступил в работу с одним поваром интересным. Россиянин? Да, он родом из Питера. Угу. Но вот мечтаю открыть ресторан. Были у нас уже дегустации. Просто настолько необычно и вкусно. Я даже боюсь, правильно вообще это вот... Вот. Ну, ты под него хочешь делать отдельный, да, проект? Да. Или отдельный, да, проект? Это уровня вот человека, как раз уровня вот Володи Мухина и Березуцких, да. Обратите внимание. Да? Потому что все макают, как Света. А да, Света делает неправильно. Макают сушу, да, не рисом. Не рис, а рыбкой. Рыбой, да. Все, буду так же. Смотрите, что я делаю. Я теперь все знаю. Кирилл, сегодня вечером придем сюда есть. Давайте. Да. Кристина, ты будьте с нами. Хочешь? Я на работе. Мы потом собираемся куда пойти, смотрим. Я предлагаю дойти до какого-нибудь мясного, раз я заявил, что я ем мясо. Мне кажется, ты сейчас... Поехали. Ну, надо нам поехать тогда в Рыбонет. Прокатиться хорошо, да. Да, нам как-то сможем доехать до Рыбонет? Да, конечно. Мы сейчас дойдем тогда до... Отсюда до Аиста? Расскажи про Александру. Дочка моя и моей жены. Самодостаточная девочка. Своим характером, своим бизнесом, своим мироощущением. Она живет в России практически. Она, да, живет... она не практически, она живет в России. Не, ну просто она получала... Она в России проводит время больше, чем мы... Вместе взяты. Ну, проводит очень много времени здесь, да. В принципе, она и бывает где-то, но все-таки намного меньше, чем мы. Мне не страшно быть естественной, это круто. И вот Саша такая же. И мне кажется, за такими людьми, вот так я скажу, нескромно, вот, наверное, будущее. Потому что вот эти все люди в тюнинге, которые потом... Ты этого вот человека не можешь узнать в жизни, а Сашка такая живая. Как Наденька у меня. Она, да, делает так. Я не одета. Не одета я. Она не одета не здесь, она все время... Я не одета, да. Что ты меня снимаешь? Я не одета. Я вообще не пьянею от алкоголя. Ну, я много не пью, но тем не менее не пьянею. Но был один раз, я тут, то есть не один раз, а тут был последний раз в Японии, предпоследний. Мы пошли в японский ресторанчик, один суши-бар, и там, значит, на каждой подаче приносили 1,5-литровую бутылку саке. Значит, и пил я, и пил еще этот сушист, который готовил.
И я первый раз оттуда вышел пьяненький, потому что они наливали, в принципе, они саке наливали вот по такому стакану все время. Угу. И я по привычке все время допиваю. А там не надо было допивать. А я, кстати, не допиваю, видишь? Он был настолько вкусный, а я... Ну, он, сейчас еще допью. Раз, Свет, они наливали вот в такой стакан, вот прям вот столько. И он был настолько вкусный, как русские что, не что сдаются, пить, называется. Что пить нельзя. Что, ну, и я был такой же, выходил оттуда, я уже такой был пьяненький, малек, да. Но это было первый раз, да. Я, кстати, тебе тоже, вот ты мне сказал, что ты меня никогда не видела. Ну, как бы, может, веселый видел, да. Но вот пьяный. Я тебя тоже никогда не видела. Нет. Я себя-то раза два-три видел. И то не пьяным, наверное, а я когда домой прихожу, я понимаю, что кровать болтает. И такой, знаешь, такой, называется вертолетик или что-то такое, да. Вертолет. Ну, меня обычно после этого заметашили. И тут самое главное, заснуть. Заснуть. Да, если нет, тогда плохо, да. Тогда друг бы с унитазом. Давайте о хорошем. А это тоже хорошая история. А почему нет? Нормально. Господи, я не считаю, что это прямо плохо. Что плохо? Конечно, плохо. Нет, но если бы это с нами происходило часто, у меня в жизни это... Нет, ну, мне чаще, чем у тебя, конечно. О хорошем. Не думай о хорошем, но я могу вспомнить. Не думай. О хорошем с высока. Понимаете, когда вы меняете постоянно, у нас мы не можем остановиться. Понимаете, да? Нет. Мы не можем, надо допивать же, да, Свет? Я боюсь, что ты не дойдешь до Аиста. Я не пью, чтобы вы... Смотрите, уже щечки розовые стали. Смотрите, смотрите, улыбка другая. Посмотрите, все хорошо. Уже, смотрите, глазки заблестели у нее. Уже по-другому уже, а? Новый свет. День начинается. Света вокруг света. Света вокруг света, давай. Света вокруг сакета. Давай. Света вокруг сакета. Запомни. Чем больше мы пьем, тем будет интереснее. Давай. А сколько мы сейчас уже выпили? Мы уже сейчас пол-литра с тобой выпили. Смотри, вот этот взгляд, посмотри. Вообще, мы должны были собираться не в броне завтрак начинать, а сразу начинать с саке, с этой воды. А я тебе предложила. Ты предложила сначала там? Так. Что там может быть завтрак. О, хитра ты, а. Ты сказала, давай там сначала, а потом сюда. А надо было сразу сюда. А ты, я что-то не поняла, тут же круассанов нет. Какой круассан? Зачем тебе круассаны? Если есть саке. Какие круассаны, если есть саке? Давай. Смотри, когда были круассаны, так не улыбалась, Светлана. Это правда. Мы были закончены. Да. Давай. Зайдите чуть-чуть на кухню, пожалуйста. Ну, пошли посмотрим на кухню. Вся кухня, это как раз вот это и есть, да. Здрасте, ребят. Еще раз. Вкусное саке, да, спасибо. Вкусное суши, саке. Знаете, как повара? Смотри, повара, чтобы руками неправильно там здороваться. Здоровается вот так. Да, давай. Да. Главное не промахнуться тут, да? Да. Руку в руку, а то еще бывает так, да. Замена повара? Да. Могут повара обидеться на владельца ресторана и случайно там не туда попасть. Все нормально? Они готовят прямо здесь, сюда? Вся кухня? Не примерно, они прямо здесь и готовят. Здесь практически вот эта вся кухонька. Ну, посмотрите, как аккуратно, чисто. Вот шеф-повар, пожалуйста, главный босс. Да, вот второй босс, да. Видно, да. У кого нет шапочки, те боссы. А у кого шапочки есть, я уже, значит, другого уровня, да. Но ты не просто босс, ты супер-босс. Ну ладно, с народом нормально все, потихонечку. Вот. Все, давайте, спасибо, пока, все доброго. Спасибо. До свидания. Ты все равно ведешь, конечно, твой Инстаграм, вот эти твои стихи. Как это? А у тебя был вообще талант до этого? Да никакого у меня нет таланта. Нет, ну так, хорошо. Да. Вот у тебя не было никакого вот этого таланта, который сейчас его и так же нет, но тем не менее ты пишешь стихи. Это не стихи. Ну что это? Словосложение. Как? Словосложение. Словосложение ты до этого когда-нибудь делал? Не, никогда, да. Да. Потому что я вообще... Я пытался в школе... Тело муха там. Оленя, вот и все стихотворение. Да, вот это, да, это мои стихи. Твои интересно, что это такое новое? А давай зайдем. Пойдем. Ой, вкусно пахнет как. Здравствуйте. О, здрасте. Здрасте. Санэпидемстанция, здрасте. Да. Медицинские книжки есть? Нет. Нет, правильно. Не надо, да? А что рисуете? Роспись? Лебедь. Не получается у вас лебедь, у вас какой-то там... Щука. Щука. Да? А что это такое? Это тортики, да? А это, наверное, латте. А сколько стоит вот эта штуковина? Канель. Посмотри, какая красивая. Это ладно. Можно канель одну попробовать?
Фисташка, нет, обычный. Есть какой? Классический? Фисташка, да ладно. Ванильный, давайте, классический, да. Одна? Одну мы пополам разделим. Да, я с тобой. Чаи какие хорошие. Спасибо. 230, ну прилично, дорого вообще получается. Спасибо большое. Приборы? Нет. Вот сразу, знаешь, чтобы определить, хорошая канель или нет? Хорошая? Это хорошая. Это, вот это как раз, если она стучит, значит, это хорошее, вот девушка правильно говорит, значит, это хорошее, хорошее, хорошее качество. У нее должна быть корочка такая жесткая, плотная. Она хрустит. Да, хорошо. А с кофеечком, представляешь, как бы было бы недурственно. Мне вкусно. Открыл ящик Пандоры. Дорого, но вкусно. Да, ящик Пандоры. Сереж, правильно. Мы не знали об этом месте. Спасибо. Спасибо большое. Очень вкусно. До свидания. Спасибо. Спасибо. Дороговато немножко. Французы, когда делают канели, они берут формы. Формы у них обычно металлические для канели. Угу. И они форму, прежде чем делать, смазывают воском. Она правильно запекается, стучит она за счет того, что там много сахара. Хочешь посмотреть, что мы сделаем? Вот. Да, это вы делаете? Да. О, мы пойдем, конечно. Идем на стройку. Брон, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Мы обещали с инспекцией на стройку. А можно попросить, чтобы не сверли? Сейчас да? Скажу, секундочку. Ага. Здравствуйте. Привет. Гостей на обед привел. Да. Здравствуйте. Светлана. Нормально, привет. Спасибо. Ну что, чуть-чуть глубже, да? Ага. Ну и правильно, а потом здесь выровняете это и все, да? Да. И будет нормально, да. А здесь мы делаем ресторан, который мы говорили, что пока вот сейчас название пока придумали. Вот то, что мы... Брон-стрит. Да. Брон-стрит 13, да. Ну, посмотрим, да. Ну, будет, знаете как? В 13 поедем. Ну, Брон-стрит 13, ну, да. Это неплохо. 13 – шикарное число. Да, Брон-стрит 13. То есть, ну, просто ну, кто, люди что, как любит, сократят да. Это, скорее всего, знаете? Как это бывает. Мы как решили? Вот 20 миллиметров. Вам надо было не убирать, не снимать, а, или вас, а, просто взять и срезать кусок. А мы срежем, а мы утапливаем сейчас площадку саму. Из обычной вещи, которую можно было сделать, ровно за 2 секунды. Целая реконструкция здания с долбежкой. С битьем, непонятно вообще, нафиг это надо было все. Просто надо было взять, поставить. Оно причем могло быть из гипса, а могло быть из пены, из обычного. Нафиг ее делают так. Ладно. Раскручиваем ресторан. Здрасте. Здравствуйте. 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 Посмотрите просто с инспекцией. Скоро будем переделывать его. Да, мне кажется, надо, потому что да, он хороший. Хорошее, но... да. Скоро ну, будем как, переделывать. Он такой уже успешный, есть план. Аркаш. Вот такой да. Вот. Хочешь покажу дизайн? Да. Светло будет, ну конечно. Да. Сейчас он темноват. Уже да. Сейчас слишком темноват. Ну что, поехали? Поехали, все, едем да. Мясной. Ты мне обещал да, накормить пошли, мясо. Пошли. Ты готовишь на эти завтраки? А Надя тебе? Ну, они говорят, если у меня есть муж, ресторатор, нифига мне готовить. Она вкусно Странная. Готовит? И откуда я знаю? А ты ни разу тебе ничего не готовила? Ну, это было 29 лет назад. Ну, вот когда она тогда мясо через тебя пыталась достать и вышла за тебя замуж, она на тебе... На этом все закончилось. Она то мясо тебе приготовила? Ну, оно приготовила не мне, а гостям, которые были. Ну, да. Ты был гостем? Я был среди присутствующих, да. Вкусно было? Было вкусно, да. Я на это и клюнул, в принципе. Ты да. Клюнул в очереди, я помню. Нет, это потом уже было. Нет, сначала была очередь, а потом уже клюнул я, когда это был день рождения, когда она готовила. Я понял, что это как раз то. Я мечтал, что меня жена готовила. Правда? Да, вообще, это ну, моя мечта была, слушай. Мечта дурака, повара. О том, что жена готовила, ну, несбыточная. Ну, ты потому что сам готовишь же вкусно. Ну, слушай, это не мешает, мне хочется, чтобы жена тоже приготовила, но она не хочет. Оп. Так. Вопросов больше нет. Аркаша, у тебя в основном все-таки успешные проекты. У тебя есть какой-то твой секрет, вот как это происходит? Просто я знаю, что я хочу, я знаю, как должно быть, на мой взгляд. Я чувствую то, что необходимо.
Ну, в основном. Были, бывают ошибки какие-то. А партнеры имеют значение? Ну, часто имеют. Ну, не всегда. То есть... Я думаю, что не всегда. Да. А я, в принципе, сам знаю, еще раз. Я как бы ведущий. То есть я не стесняюсь говорить то, чего я хочу сделать, и так, как я это вижу. Если я понимаю, что мы одинаково мыслим, и люди, которые со мной работают, партнеры, они хотят сами делать что-то, я им даю возможность это делать. Угу. Вообще одеяло на себя не перетягиваю. Но если я вижу, что что-то не так, угу. если это я, у меня на это силы есть, то я резко говорю об этом и делаю, как я хочу. Но мне кажется, как я считаю, как я считаю, как это должно быть. Я думаю, что в «Ваниле» мы сделали несколько ошибок. Во-первых, первая ошибка это была то, что от нас ушел Камыль. Кстати, мы едем сейчас в ресторан, где он работает. И он, думаю, что один из самых талантливых поваров в этом городе. Человека более понимающего, разбирающегося в продуктах, в еде, в приготовлении продуктов, чтобы почувствовать сам качество вот самого продукта, в этом городе нет. «Ваниль» да. занимает какую-то Могу тебе сказать, что там не так. Ну скажи, мне вот могу интересно. Тебе сказать. Он устарел по дизайну. Да, абсолютно согласна. Раз. То, что сейчас сделали он устарел это, мне кажется, по еде. Два. И он, мое мнение, ну, название, ладно, название «Ваниль», уже все привыкли. Ну, это классика. Вот две вещи. А ты помнишь, кто придумал название «Ваниль»? То ли Степа, то ли Федя. То ли Свет, это я придумала. Ты придумала. Хорошее название. Но это было до меня. Я думаю, каким ужасом я сейчас буду пытаться пробовать есть мясо. Я съем кусок. Да. С тобой мы сейчас кусочек едим. Кусочек филе сейчас ты съешь. А ты мне прям вот на свой выбор. Конечно. Ой, как же я Москву люблю. Москва чудесный город. Потому что наш город, аж мы его знаем как пять пальцев своих. А Надя прям тебя так вот прям не хочет отпускать ни на мгновение. Нет, вообще. Это любовь. Любовь. А ты имя не хочешь отпускать? Нет, вообще не хочу. Это любовь. А я и не спорю, кстати. Ну, да. Когда люди не хотят расставаться, это любовь. Да. Ну, можно назвать привязанностью, да. зависимостью. Да. Но мне больше нравится слово «любовь». Ну, «Доктор да. Живаго», «Белуга», прекрасный ресторан. Да. Сейчас. Да, хороший ресторан. Хороший. Да. Аэропорт очень не мой, жалко. И не мой, уж да. ладно. Могла быть да. партнером маленьким. Да. А я ты знаешь, когда была, Аркаш, последний да. раз, когда футбол был? Вот этот проект у нас «Вокруг знаком. Света». А ресторан там вот. А давай «Вокруг света» подойдем. «Вокруг света». Большой такой маркет. Ну, как везде. Похоже на депо. Угу. Депо сделали похоже. Ну, Усачевский рынок, да, это да, из этой да. серии. Ну, мне хотелось зайти да. посмотреть. «Вокруг света». «Света вокруг света». Какая-то красота. А, вот опять, да, Аня? Да. Ну, да. постучим. Здесь. Сколько там стоили? 200. 230 рублей. 230. А сколько здесь стоит? 100. 50, 230. А это как а игра таких, в монополию. Таких булок ты никогда здесь нигде вообще в городе а не ела. Вообще... А посмотри, какой бриошь. Но цены не надо показывать. Но вообще это ресторанные цены, поэтому не надо смотреть. Но там 230, а здесь 100. А там был дорогой район. Это парковки, там парковка. А это дешевый. Там парковка. А это дешевый. А ты знаешь, сколько парковка? А, сколько, а, ты знаешь, а сколько 300, здесь парковка? Здесь ее вообще нет. А здесь ее вообще нет. А там 360. А здесь ее вообще нет. Вообще это один из самых вкусных ресторанов. Ну пойдем, это часть только. Я хочу печенку. Это не печенка. А что это? Ну человек, понятно, что человек не готовит никогда. Вот человек не понимает вообще ни в чем, а? Печенка. Это не сердце. Кроме сердца и печенки, что есть? Мозги. А яйца? Мозги, да. Мозги это не... Это яйца? Не моз... Вот она все перебрала. Яйца, сердце, мозги. Что еще бывает? Печень. Так, еще что? Почки. Почки. Не надо подсказывать. Мозги, да. Вот тут женщины вот такие мозги. Посмотри, вот они. Вот такого цвета они такие. Опять. Господи. Опять, да. Да, вот они еще наступают постоянно на ноги собакам, да. Чего ты нас оскорбляешь, Кристина, Пеппи? Посмотрите. Нет, это просто... Это а, хайп. Как же красиво это выглядит, Аркаш. Здесь все красиво. Это твой любимый сейчас проект? Это не мой любимый, я люблю просто это, да.
А где мы сядем? Здрасте. Добрый день. Здрасте. Где мы сядем? А можно снять? Вот смотрите, вот. Вот, вот это. Да. Вот это лопата. Что, да? Это лопата? Это диафрагма. А, это диафрагма, да. Так, сразу давайте нам, смотрите. Быстренько пусть пожарит филе. 200 или 300 грамм? Сколько? 200 или 300 грамм, можно один биток. 200, да. 200. Пусть пожарит лопату. Медиум. Все попробовать чуть-чуть. Medium. Да, медиум. Все чуть-чуть medium. Такое. Тыкву. А можно еще? Вот то, что свеклу. Я подумала, что яйца... Это не яйца, это почки. Почки. Порция, да, ладно? Порция. Сразу пусть готовит все прям, ладно? Да. Время мало. Позовите менеджера, пожалуйста. А может... Менеджера позовите, пожалуйста. Блин, ну сейчас его зарежут, не приглашайте его. Почему такой нож здесь? Остальные проверьте. Какой самый успешный твой ресторан? Я не знаю, Свет, я... Какой из них любимый? Их такое количество уже, что уже... Знаешь, когда их уже их становится слишком много. Мой любимый я еще не открыл. До этого я все время открывал однотипный ресторан. Сейчас я хочу открыть ресторан, который отличается от всех ресторанов, которые я до этого открывал. Я хочу открыть гастрономический ресторан. Конечно, меня навеяло это все слова. Мухина? Мухина. Зарькова. Зарькова, Казакова, Твинсов, да. Я понял, что, наверное, время мое тоже пришло. Аркаш, а вот я понимаю, что для режиссера такая важная награда, такая высшая, это получить Оскар. Я думаю, что для ресторатора получить Мишлен. В России нет Мишлена. Ну, по определенным, кстати... Нет, сейчас они вроде приходят в Россию. Приходят. Вот для тебя, вот как раз то, о чем мы сейчас говорим, наверное, это больше про такую мишленовскую историю. Тебе бы хотелось иметь мишленовский ресторан? Ну, я думаю, что я не против был бы иметь... Ну, дай так, я бы, наверное, не был бы, я бы только, я был бы за иметь. Но вот такой цели я перед собой прямо вот такой глобальный не ставлю, никогда не ставил. Для меня все равно успех это, ну, наверное, все-таки удовольствие людей, которые приходят, раз, гостей имею в виду, качественная еда, два, экономическая составляющая, экономика, три. А где ты покупаешь мясо? Это российское? Весь продукт компании «Мираторг». И мы покупаем у них мясо. Они производят мясо, телятину, то есть говядину, телятину, баранину и кур. За всю историю многолетнюю, уже несколько десятилетий, самый твой успешный проект? Вот до этого дня. Я не могу тебе сказать этого. У меня не все успешны. Ну что, у тебя не было ни одного проекта, который открылся и закрылся? Вот как были. Какой? Ну ты же говоришь про успешные, они у меня все успешные. Обожаю, Аркадия. А зачем помнить о плохом? Кстати, правильная позиция. У вас, пожалуйста, свекла, тыква и молодые бокалы. Да, это кроме меня никого не интересовало. Сережа, посмотри. Спасибо, у меня тоже есть телефон. Это лопата. Это трындец, как вкусно. Это специальная часть, мясо, которое мы съели. Значит, вот здесь было на тарелке филе, а это была такой часть, называется лопата. Значит, мясо редко такое, это редкая часть бывает в ресторанах, потому что его очень мало, и оно редко используется. И второе, оно очень вкусное тем, что оно такое мясистое, оно такое кровяное. Чуть-чуть плотнее, чем филе, потому что это совсем простое мясо, как бы оно очень вкусное, но это везде. Но это мясо чем хорошо, вот то, что вот сейчас мы пробовали, смотрите, какая у него структура плотная. Оно такое, знаете, такое упругое. Вот это оно плотнее, сочное. Мне кажется. Нет, это поплотнее, это более чуть-чуть более рыхлое, но оно такое должно быть. Но это более нежное мясо, а здесь такое мясное, не такое прям, говорю, кровяное. Это вот, я считаю, что это... Более деликатес, чем лопата филе. Лопата более деликатес, да. чем филе. Что было 20 лет назад, когда мы с Аркашей познакомились, и было там, я думаю, в 3 раза меньше ресторанов. До сих пор люди звонят, и Аркаша, владелец, сам не помню, сколько ресторанов, заказывает столы своим друзьям своих друзей. Это так. Вот только
так бизнес может быть такой успешный. Аркаш, я, кстати, тебе ни разу не звонила. Знаешь, почему? Звони. А знаешь, почему? А я обижаюсь, что ты мне не звонишь. А знаешь, почему? Хочешь, тебе скажу? Нет, а что не любишь мои рестораны? Кошмар. Куда бы я ни пришла, даже если битком, у меня такая степень любви и доверия в твоих ресторанах. Сейчас без прикола. Меня сажают всегда, Аркаш. Вот я без прикола. Что бы тебя не посадили, да? Нет. Ты какое лицо делаешь, наверное? Нет. Я говорю, а я всегда очень приветливая. Я говорю, здравствуйте. А я очень хочу есть. Катя, добрый день. Если будет возможность, сделайте, пожалуйста, результат. Никогда не расслабляйте. Всегда контролируйте ситуацию. Всегда можно позвонить, всегда подойдет. У кого есть секретное... телефон Аркадия, тот счастливчик. Да. Тот счастливчик. Так, мы поговорили. Скажи, давай так, скажите, мясо тебе понравилось? Очень понравилось. Да. Вы прям безумно понравились. А суши тебе сегодня понравились? Очень понравились. А круассан тебе сегодня понравился? Да, очень. А... И ты мне очень нравишься, Аркаш. Да. Согласись, что со мной, во второй половине дня намного интереснее, чем в первой. На самом деле, с рестораторами намного интереснее встречаться, чем с артистами и футболистами. Потому что, кроме как попинать мячик, ты с футболистами, с тренерами ничего нет. С артистами можешь только поговорить о кино. Да. А с рестораторами? За жизнь проеду. Какой за жизнь? Причем за жизнь? А как это? Да бог с ним, вся жизнь. Как пошла, выпила кофе, съела круассанчик. За жизнь. Пошла, съела потом сушки. Саке. Там, саке, потом мясо. Бургундского прекрасного. Это намного лучше, интереснее. Общаться с рестораторами, чем с остальными людьми разных непонятных профессий. Кстати, без которых можно прожить. А? Чего? Ну, не важно. Никита, давай чуть-чуть про Никиту. Никита ест мясо, ест рыбу и вообще жрет как подорванный. Он ест в два раза больше, чем я. Это из минусов. Все остальное плюсы. Хороший парень, душевный, умный, работоспособный. Учится, стремится, понимает, чувствительный. Чувствительный. Положительный, хорошим характером, уважает, там, любит своих друзей, родителей. Хороший парень. Дай бог, чтобы теперь он дальше таким же остался, и тогда все будет хорошо. День рождения пару лет назад, Наденькин, я была на этом празднике, очень приятно. И Никита с Сашей какой-то сделали номер. Такие взрослые дети, но при этом не испорченные какими-то пошлятинами. Вообще не испорченные. Светлана, посмотрим, что там дальше, из кого что получится. В принципе, тот путь, который вот они сейчас, вот путем, которым они идут, это правильный путь. Важно, чтобы, знаешь, они родились в обеспеченной семье. Важно, чтобы вот это их вот начало было правильным, чтобы деньги их не испортили, чтобы они прошли огонь, воду и медные трубы правильно, потому что они в любом случае будут... Безусловно. Да, никто и важно, чтобы они да. состоялись. Будьте добры, помогите ему. Ну что он несет, некрасиво же. Важно, чтобы они состоялись, важно, чтобы они добились успеха в своей профессии, важно, чтобы они были счастливыми. Важно, чтобы у них были семьи, важно, чтобы у них были детишки, важно, чтобы мы стали бабушкой и дедушкой с Надей, важно, чтобы мы были все счастливы. Вот это моя мечта. Так я хочу. Я хочу пойти на пенсию, я хочу, чтобы... А кому ты бы оставила свою империю из детей? Империя – слово плохое? Не, ну, хорошо, не знаю, как это. Послушайте, свои рестораны. Но все равно кто-то должен быть преемником. Кто захочет взять, тот и пусть возьмет. А нет, так все это пойдет, медным тазом накроется. Ну, не хотелось. Хорошая концовка. Вообще, вот такая, Аркаш, честно, даже провожать тебя не пойду. Спасибо.